Вот эта посылочка, которая мне пришла из Китая, Алиэкспресс заказывал. Вот эта посылка прошла мне за 39 дней, обошлась она почти $10. Вот. И что я хочу сказать, это заказывал позже всех эту, вот этот товар я заказывал, но еще некоторые посылки в пути не пришли, а это всех, многих посылок обогнало, и вот сегодня я его получил. Вот сейчас откроем, посмотрим, что здесь у нас такое. Как тут ее лучше открыть? Вот так вот. Ну, так сказать, пакетик такой вроде пупырка или как-то мягкий вот. Но то, что я заказывал, как оно там дошло, посмотрим сейчас. Так, еще тут вот. Еще замотано этим скотчем. Мягенько тут. Вот. Но я думал, то, что тут идет, должно быть в коробочках, а оно без коробочек. А тут вот оно, что у меня. Выходи. Выходи сюда. Это нам не нужно. Поприлипало с этой стороны, да? Ну ладно, так, это сюда, тут тоже ничего нету. Вот еще один пакет, вот такой пакет. Темный какой-то, непонятный. Так, а тут вот мы видим, что тут лампочки. Вот такие лампочки. Значит, сейчас посмотрим, что у нас тут за лампочки. Значит, заказывал я лампочки. Вот эти Е27. Значит, 4 штуки Е27 и 4 штуки Е14. Вот они, Е14. Вот они, а это Е27. Значит, ну что я могу сказать, что вот эти Е27, это по 7 ватт. Это сейчас вот такие, как вот здесь у меня, две лампочки освещают эти самые, вот этот стол. Вот, похожие такие. Ну, а эти лампочки по 5 ватт. Это я заказал себе в люстру, не знаю, как они там будут. Я думал, они чуть поменьше, они какие-то великоватые получилось. Ну, какие есть. Значит, сейчас попробуем, что у нас тут получилось. А вот из этих, значит, Е27, значит, теплый цвет я заказывал. Вот она. Светит, значит, что я могу сказать, вот я сравниваю с той лампочкой, которая вот здесь стоят, этот свет еще теплее. Так, это работает лампочка. Еще одна. То же самое, еще теплее цвет. Еще теплее, чем это тоже работает. Так, ента тут тоже. Так. И вот еще одна, четвертая. Тоже работает. Вот. А Е14 я даже... Ух ты. И не знаю, как ее проверить. Но попробую так сюда вставить. Как бы то не закоротить там только. Мне. Работает. Светится. И это светится, значит. Это тоже светится. Это тоже светится. И это. В общем, из 8 лампочек все лампочки светятся. Но я хочу сказать то, что свет немножко теплее, чем тот, что вот меня сейчас освещает. Лампочки размером вот такие цоколи вот блестящие. Обыкновенные лампочки, ничего тут я не могу такого сказать о них там плохого или хорошего. Обычные светодиодные лампочки. Вот сейчас я попробую пойти вот эти лампочки, ну хотя бы одну, крутить люстру и посмотрим, что там у нас будет показывать, как они там будут люстры смотреться. В общем, ссылочку на продавца я там в описании дам.
Вот. Ну, продавцом доволен, но пока я надеялся, что даже вот эти лампочки придут в каких-то коробочках, вот обычно как они продаются, коробки такие картонные, но они, видите, как пришли прям в пакетике, вот, и упакованы вот в такую мягенькую, и еще один пакет. Ну, в общем, лампочки дошли, как видите, все 8 штук лампочек дошли хорошо. Я доволен продавцом, сейчас ему отпишусь, что все в порядке, вот, и пускай радуется о том, что я оценил его, значит, лампочки на отлично. Сейчас пойду попробую, как там будут в люстре вот эти Е14 работать. Вот я вставил лампочку. Сгоревшая тут была такая накаливание. Я ее сейчас вставил. Вот эту вот лампочку. Вот она вставил. Так что вот можно посмотреть, что она светит почти как те. Ну, те вот волосочек светит. Вот, допустим, там вот на лампы накаливания, вот она. А это светит полностью. И примерно, вот, если сравнить, значит, ничем она не отличается. Это 5 ватт лампочка светодиодная. А эти лампочки по сколько? По 60 ватт, да? 60-ки. Ну вот сравнить можно. Это, значит, 5 ватт, а эти по 60 ватт, вот они светят. Значит, 5 ватт, как вот и продавец там, и вообще в интернете смотрел, что 5 ватт соответствует, светодиодный соответствует 60 ваттам лампы накаливания. Вот она так светит. Так что я доволен своей покупкой. Вот, так что сейчас отпишусь продавцу. Теперь я сравниваю вот эти вот лампочки, которые сегодня я получил, с теми, которые я в магазине купил. В магазине, конечно, купил гораздо дороже, чем эти. Другая фирма. И вот она, видно, сама конфигурация лампочки. Это, видите, более шар такой. Вот, больше получается объем, или как, площадь освещения получается больше, чем у этого. Это вот половинка только светит, вот она. Половинка, вот это сюда направление. Поэтому в этой больше света получается. Ну, еще могу сказать, что вот эта лампочка верхняя и светит поярче. Вот, заметно. Хотя они обе 7 ватт. Обе 7 ватт, казалось бы. Но это заметно ярче. В этой свет более теплый и немножко тусклее светит, чем вот эта лампочка. Так что, ну, сильно расстраиваться я не буду. Теперь буду знать, что надо покупать лампочки, знать, какой фирмы покупать, какой конфигурации лампочки брать и в соответствующую цене. Вот. Так вот, если вот так вот присмотреться, то, конечно, да, примерно. Но все равно это и по размеру меньше, чем вот это. Вот, и по свету, по отдаче света. Значит, ну, тем не менее, я доволен лампочками, для меня хватит.